4, 5. Oh mon Dieu. Огюст. Огюст, мне страшно. Надо бежать. Ты слышал выстрел крейсера «Аврора»? Успокойся, Машери. Ну откуда крейсер «Аврор» взяться в Москву? Он приплыл сюда через Суэцкий канал. Суэцкий канал гораздо левее. Тогда через Беломоро-Балтийский. Беломоро-Балтийский еще не вырыли. Ну, шер, эти выруют. Я боюсь. Машери, ну к чему дойдем мама сейчас? Снимай. Этот браслет приносит счастье в трудную минуту. Мушер. Так мне бабушка рассказывала. Этот браслет — наша фамильная реликвия. Поли, буква вы не гляси. Там. Открывай! Революция! Я французский подданный. Очень хорошо! Я Франция! Француз! Родина гильотины! Я доктор! Франция! Колыбель революции! Рыдлер, осмотрел все комнаты! Тут какая-то... Искусство принадлежит народу! Кончилось нахер! Какая-то ошибка! Кончилось буржуйское время! Врач, вы понимаете, врач! Я счастлив! Мы ничего не имеем. Я счастлив пожать руку сыну! Свободолюбивого французского народа, братан! Нет, доктор! Товарищ! Пролетарий всех стран! Это... Оставьте поли, товарищ! Соединяйтесь! Да я доктор! Понимаешь? Ура, братва! Ура! Робеспьер! Дантон! Морен! Очень хорошо! Прошу прощения, мадам! Какие мужики! И все без буржуазных соплей! Хотя и французы! Извиняйте, тетю! Месье комиссар, я французский подданный. Мышкин, разберись! Я доктор! Ой, боже мой. Что же это такое? Бред какой-то. Thank you.
ты делал на крыше? Я спал, Светочка, и видел страшный сон. Ой, сейчас упаду. Юр, Юр, не надо, Юрочка. Одним неудачником больше, одним меньше. Какая разница? Ну уж нет. Толик! Что за Толик? Неважно. Ой. Водитель мой Толик. Она уже докатилась до водителя. В чем дело? Спаси отца моего ребенка. Сейчас. Толик! Ну где же ты? Упаду! Толик, Толик! Большое спасибо. Сволочь. Любовь готова все прощать, когда она любовь умеет беспредельно ждать, когда она любовь не может грешной быть, когда она любовь, ее немыслимо забыть. Когда она любовь, 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 когда она явился. Сейчас открою. Самоубийца хренов. Эх, каблук, навернешься ты когда-нибудь со своей крыши? Я пришел долг отдать. Заходи, заходи. Вообще-то я тороплюсь. Ничего, подвезем на машине. У тебя новые соседи? У меня соседей больше нет по горизонтали. А кто ж там ремонтируется? Я ремонтируюсь. Выкупила эту квартиру. Богатеешь. Теперь дело за малым, тебя переселить. Я из своей квартиры не уеду. Где деньги-то раздобыл? Ты что, на работу устроился? Как раз с первой получки и возвращаю. Работа чистая, с писателями связана, с историческими деятелями. Ну, эту мелочь мог бы не возвращать. Меня не купишь, не продаюсь. Ой, ой. Это вопрос цены, дорогой. Я тебе, упрямцу, предлагаю такую же квартиру в престижном доме плюс доплату. 2 года будешь кататься, как сыр в масле. Так, это тебе аванс. За 10 уроков вперед. То, что ты платишь мне за занятия с собственным сыном, унизительно. Ну, лучше тебе платить, чем какому-нибудь проходимцу. Благодарю. Митя! А где Митя? Митя в джакузи. Где? Ай, неважно, все равно не поймешь. Ты в мое положение войди, каблук. Я же спать не могу. С кем? Ни с кем. Боюсь, что бывший муж каждую секунду может свалиться в окно моей спальни. А потом, каблук, ты же храпишь на весь квартал. Да, Света, занятие бизнесом тебя не украсило. Это все лирика. А практически мне необходимы апартаменты на 2 уровнях. Ну, чтобы мне было не стыдно принимать всяких там иностранных. Я здесь родился, никуда не уеду. Ой, как страшно. У тебя новая мебель? Мрамор? Нет, это карелочка. А что это карелочка? Карельская береза. Дерево. А как это ты моешь? Из шланга или со стремянки? А я прямо из водомета. Я в машине. Ага. И я, как бывшая жена, тебе заявляю, Юра, что жизнь твою надо менять в корне. И заняться этим надо немедленно. Не надо, уже 4 года это не твое дело. Лучше бы сыном заниматься. Я занимаюсь.
Митрофан! Ты хоть сокращенный вариант «Войны и мира» дочитал? Сейчас дочитываю, пап. Крутая книжка. Значит, так сегодня кафель привезут австрийский. 15 ящиков. Примешь и расплатишься, понял? Так, а гроши? Каблук! Каблук, ты слышал, ему все мало, да? Гроши, я умираю. Мне сегодня приснилась революция. Ага. Можешь объяснить, что это означает? Ну, мне необходимо для начала знать, какая революция тебе приснилась. Нет, каблук, твоя квартира будет моей, да? Держи карман. Какая революция тебе приснилась? Как какая? Ну, разные бывают революции, каблук. Бывает китайская культурная, кубинская, французская, буржуазная, английская. Перестань ногти ковырять. Какая приснилась революция? Ну, если бы французская, разве бы я спрашивал? Ну, в том... Оставь ты руки в покое. В том-то и ужас, что наше место, Великая Октябрьская. Это не к добру. В снах я, конечно, разбираюсь, но для толкования мне нужны детали. Какие детали? Детали сна. Так, идем пешком. А почему не в лифте? Да потому что если ты в лифте будешь, лифт застрянет. Давай, рассказывай сон. А тайник я заранее приготовил. Так, а где монеты взял? Что значит взял? За работу. За долгий год практики. Какой практики? Врачебной практики. Я, оказывается, доктором был, окулистом, очень модным. Да, знаешь, французом. Ой, а если б я хряпнулся, а? Ужас. Молиться на Толика должен. Сейчас помолюсь. Значит так, Каблуков, одно могу сказать точно. Гипсовая грудь в твоем сне свидетельствует. Тебе необходима баба. Это не более чем закодированный символ. Господи, мне теперь еще и бабу тебе искать. Несчастье ты мое. Спасибо, благодетель. Не ее родствуй. Пойди, пойди сюда. Каблук, милый. А вдруг все, что ты мне рассказывал, было с тобой на самом деле? Что было? Все, что ты рассказывал, было. Только в предыдущей твоей жизни, в предыдущем твоем воплощении. А твой сон — это вспышка подсознательной атеистической памяти. Улавливаешь, каблук? Реинкарнация. Переселение душ? Ага. Так, на меня дома. Так. Превосходно. Эти черные глаза меня пленили. Куда вы, дама? Читаем циферки. Прошу. 7. Чудненько. Будьте здоровы. Извините, 5, кажется. Замечательно. Замечательно. Вам грозит полная слепота. Диагноз – миопия высокой степени с помутнением хрусталика. Одного? Двух. К тому же у вас деструкция стебовидного тела. Нервы, да? И нерегулярная половая жизнь в анамнезе, да? Откуда вы знаете? У вас дома все на лбу написано. А какое... отношение имеет, вот, половая жизнь к моим хрусталикам? Прямое. Все болезни от нервов и от отсутствия ее. Кого ее? Регулярной, разумеется. Доктор, вы хотите сказать, что если, ну, это будет регулярной, мое зрение может улучшиться? Здесь кавалерийским наскоком не отделаешься. У вас уже не та стадия, дама. Болезнь очень запущена. Что же мне теперь делать? Оперироваться, разумеется. Я даю вам направление в клинику на операцию. Но традиционными и регулярными методами я бы тоже не брезговала в качестве поддерживающей терапии. Разумеется, если есть с кем. Угощайся, каблук. По твоей кислой вывеске видно, не ел человек со вчерашнего дня. Говно – добытый домашний вкус. Зинаидина стряпня. А Зинаида – это твоя дама, да? Да. Какая дама? Диспетчерша с автобазы.
прикармливает, прежде чем крючок забросить. Но меня ведь на фрикадельке-то хрен поймаешь. Начнем? О, Аке! Илялин! Мягкий лин! Иди сюда! Я тебе скажу чего-нибудь! Туда-сюда! Погоди, каблук. Кажется, меня поджидают. Ну, ты погуляй пока. Дорогой, ассалам алейкум. Садись, пожалуйста. Будем серьезно побеседовать. Скажите, девушка, у вас нет книги, как стать женщиной? Нет, такая книга еще не поступала. Ой, 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 какая же я придурочка. Мамочки, моя жизнь никак не везет. Да какая я недотепа. Не утонули? Да нет, к сожалению, нет. Ну и хорошо. В жаркую погоду неплохо искупаться, правда? Ой, точно уволят. За такие пустяки, да что вы, мы сейчас все выловим. Держите. Да, Оля. Я вам сейчас помогу. Я ничего не вижу, очки. Очки? А, вот они. Пожалуйста, очки. Вот ваши очки. Держите. Спасибо. Спасибо. Так. Какой кошмар, они погибли, эти книги. Ерунда, их можно утюгом проловить. Вы думаете? Конечно. Да? Читать их все равно нельзя. А на полке постоят. Так их же никто не купит. И не надо. Это ж макулатура. Ой. Вы что, в литературе разбираетесь? Когда-то это был мой хлеб. Да, и мой тоже. Так, ну, тяжелый хлеб. Ничего не уплыло, по-моему, мне да? теперь до конца жизни за них не расплатиться. Вы не замерз... Черт, все прилипло. Что с вами? А что это вы на меня так смотрите? Мокрая? Я вас где-то видел. Не знаю. Нет. Ваша меткость, господин Илялин, стоит целей состояния. Нет. Дурак. Увы, но по проблеме реинкарнации сейчас ничего нет. Чем же мне вам помочь? А вот, кстати, может, вампирами интересуетесь? Вампиры – большой выбор. Можно и про вампиров. Угу. Тема актуальная. Сколько с меня? 17 тысяч. Ого. Кровососы в цене. Кровососы всегда в цене. Спасибо вам большое за покупку и за помощь. Спасибо. Каблук! Ну, что ты там опять застрял? Иду! Девушка? Вас как зовут? Случайно не Полина? Нет, Ксения. А что-нибудь не так? Не так. Вот, нужно было дать мне 3000, а вы дали 30. Извините. Я плохо вижу. И не первый раз обсчитываю. То несчастных покупателей, то счастливую себя. Себя, конечно, чаще. Вот голуби, паразиты, а? Федь, смотри, как уделали князя. Нет. Это не голуби, это какие-то горные орлы. Наверное, целая стая прилетала. Так-с. Пикник у них здесь был, что ли? Каблук, осторожно, веревкой привяжи. Да я вниз смотреть не буду. Эй! Иди сюда! Иди, иди!
Сейчас я тебя умою, грязнуля. Наташ, присмотри за книжками, ладно? Ваша фамилия чисто случайно. Не Дюрулен? Нет, моя фамилия Засыпкина. Все. Прощай. Господи, вы не ушиблись, а? Вам помочь? Давайте я вам помогу. Что же, как неосторожно. Странно, что ваша фамилия не Дюрулен. Ну, очень странно. Давайте помогу. Ничего, спасибо. Ой. Ой. Вы назвали фамилию Дюрулен. Дюрулен, Дюрулен. Вам это о чем-то говорит? Она необычная, французская. Ага. Откуда вы ее взяли? А так, в голове откуда-то взялась или приснилась? Такая фамилия присниться не может. Почему не может? Потому. Потому что эту фамилию носил мой дед. Правда, я его в глаза не видела. Он уехал из России за 2 месяца до рождения матери. Ваш дед Дюрулен? Да. Эй! Кому? Ну, долго тебя ждать? Нет, это что? Стоит отвернуться, его уж нет. Иду. Нам нужно обязательно встретиться после работы. После работы? Угу. Сожалею, но сегодня у меня все расписано. Здравствуйте, милости просим, метресса вас ждет. Хорошо, это мы обсудим позже. Но прежде всего хотелось бы уяснить, на какой электорат рассчитывает социал-социалистическая партия в грядущей кампании. Мы делаем ставку на весь народ. Да. Угу. Простите, в этой связи нельзя ли его сделать более отечественным? Ну, в таком случае материал нужно как можно больше упростить, чтобы образ партийного лидера соответствовал подсознательному ожиданию среднестатистической единицы. Логично. Чего она говорит? Нельзя ли попроще?
Попроще, пожалуйста. Так. Вот это безобразие надо убрать. Что? Ну, вот это жабо, которое вы отрастили, надо убрать интенсивным голоданием. Потом нос. Что нос? Такой нос у нашего народа не пройдет. Ну, ваш народ. Поэтому предлагаю пластическую операцию. Не, Володь, это исключено. Молчите, шеф, вас сейчас не спрашивают. Так, ну, а цвет волос, прическу, форму бровей, это мы все смоделируем на компьютере. Надеюсь, кастрация мне не грозит? Не знаю, все, что под одеждой, не моя компетенция. Да, обидно. Дайте экран. Так, убираем морщинки. Ну что, нормальное, в меру интеллигентное лицо. Не льстите себе, шеф. Второй глазик. О-о. Ну, а вот так желательно бы нам похудеть. Это, я думаю, 15 килограмм. Нет, настолько я не похудею. Я не похудею настолько. Партия прикажет, шеф, похудеете. Ну, если партия. А это зачем? Ищем оптимальный вариант прически. Ищите. Ну что это? Что это? Ну это сантехник. А это... Вот вообще какой-то уголовник, ребят. О. Это женская прическа. Момент. Ой. Ну, ребят... Терпение. Да что? Ничего. Ой, да вообще. Ну, вот это уже ближе к истине. Я не дамся. Стоп. Вот он, оптимальный вариант. Прям хоть сейчас в типографию. Да. Да, думаю, это вам подойдет. Нечто славянское, оптимистическое. Ну, класс же, класс. В меру строгий, но справедливый, отец родной. Меня мать родная не узнает. Славянская. Мать не узнает. Зато народ примет. Каблук, иди сюда. Зачем? А тут у меня кабельное телевидение. Девки в ассортименте. Сейчас тебе что-нибудь подберем через оптический прицел, чтоб без брака. А потом кадриться пойдем. Отстань, дай хоть после работы расслабиться. Нет, Каблук, тебе надо что-нибудь подобрать. А то ты совсем уже на каких-то крокодилец очкастых бросаешься. На кого? Как, ну я же видел, как ты... На площади-то увивался за синим чулком, а? С книжками. Извини, я твои странные связи не обсуждаю. А какие мои связи? Ты с бухгалтершей, что ли, или с диспетчершей? Я говорю не в сексуальном плане. А в каком плане еще можно говорить? Я говорю о подозрительных мужиках с кейсами и на шикарных лимузинах. А, это меня сватают, в киллер зовут. В кого зовут? В наемный убийц. Ой, слушай, темный ты каблук. Вот вроде умный ученый, филолог, да? И нахрен никому не нужен. А хороший киллер сейчас на вес золота, ясно? Нет. Что-то я не понимаю, почему именно тебя в эти киллеры сватают? Ты что, бандит, что ли? Обижаешь. Я не бандит, я патриот. И поэтому Афган, Чечню и другие тепленькие точки прошел по идейным соображениям. Был чемпионом по стендовой стрельбе в бывшем СССР. А потом? Ну, а что потом? Потом идейные соображения поменял на рыночные. В духе времени. Но квалификация-то осталась. И вот оптический прицел остался. Поэтому и зовут. И что, пойдешь? Да вот думаю. Деньги-то огромные. Ну, думай, думай. Эй, ты куда, Каблук? Каблук! Ну, подожди, куда ты пошел? Юр, ну ты же не понял. Ну, подожди ты секунду. Ну, остановись ты. Не обижайся, Федя, я с тобой работать больше не буду. Любовь готова все прощать. Когда она... Любовь умеет беспредельно ждать. Когда нам любовь не может грешной быть.
когда она любовь, ее немыслимо забыть, когда она любовь, 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 когда она любовь. Любовь способна жизнь отдать, когда она любовь, она спасение, благодать. Когда она любовь полна безмерной доброты, когда она, когда она любовь, она естественна, как ты, когда она любовь. С тобой. Если мало, скажи, я дам больше. Сумасшедшая какая-то. А? И этот еще дурак какой-то.
уже с вами попрощаюсь. Я же сказала, не надо меня преследовать. Это вы? Ой, извините, я плохо вижу. А как вы меня нашли? Это не вы. Это я плохо вижу. Мне вдруг показалось, что я встретил близкого, по-настоящему родного человека. А вы, идиот, слепец. Позвольте. На каком основании вы орете на меня? На том основании, что вы общедоступная женщина. Гетера. Гейша. Ночная бабочка. Вот. Убирайтесь отсюда. Иначе я спущу собаку. Ваша собака лучше хозяйки. Хам. От путана слышу. Это же надо. Вокруг вампиры, деляги, шлюхи, наемные убийцы. И психи. Вот именно, и психи. Водки, будьте любезны. Пожалуйста. Спасибо большое. Привет, коллега. Кого поджидаешь-то? Тебя поджидаю. Видел нашу машину, обрадовался и сижу. Вот. Да? А я вот к тебе собрался. А я к тебе. Совпадение. Ну, ладно, Юр, ладно. Не ладно, Федя. Я погорячился. Я не имел права тебя осуждать, ибо не ведал ты, что творил. Да ведал, Юра. Еще как ведал. Потому покаялся и зарекся. И даже поклялся. Урон, в смысле народа населения, возместить. Это как? Смешной вопрос. Как? Способ единственный есть. Вот 32 человека из-за меня убыло, 32 должно родиться. И что, получается? Стараюсь. Но ты понимаешь, учет сложно вести. К женщинам же арифметика неприменима. Одна родит, не скажет. Другая только после штампа. Третья чужого норовит в счет вставить. А четвертая родит, говорит не твой. Кибернетика, блин. Тогда тем более я не имел права тебя винить. Имел. Нет, не имел. Имел. Кто я такой, ну? Юр, ты мой дружбан. Я к тебе сразу душой прикипел, только не показывал этого. Федя, я должен открыть тебе тайну. Открывай. Ну так вот, чтобы узнать, сон это или я, да, из своей предыдущей жизни, ну да, я понял, надо найти квартиру, где ты эту кубышку зарыл. Вот, или закопал. Давай выпьем. Молодец. Давай, я не пью. Это пройдет. Ты, Федя, правильно все понял. Но только я ее не зарыл, а спрятал.
Куда? Неудобно сказать. В сиську. А ты хоть приблизительно знаешь, где эта сиська находится? Я знаю не приблизительно, а точно. Если она до сих пор там живет, значит, у кубышка у нее... У кого? У внучки. У сей? У моей. А, подожди. Подожди, Габлов. Это когда ж ты начал половой жизнью-то жить? Ага. Сейчас посчитаем. Значит, Иван Грозный, Петр Первый, Ленин выходит в начале века. Ну, ты гигант. Гигант. Я тебя уважаю. Пошли. Куда? А куда? К внучке? Нет, к внучке не пойду. Ни за что. Господин Каблуков. Допустим, господин. А вы из седьмой квартиры. Так. Ну, из седьмой. Очень хорошо. Что ж тут хорошего? Я по поводу вашего заказа. Интересно, что я там такое заказал. Ну как же, во-первых, оцените вашу квартиру и выбрать вариант из того, что мы вам предложим. Да ничего страшного. Это я такое заказал? Естественно. Вчера вечером в наше риэлторское агентство поступила ваша заявочка. Вчера вечером я был за гранью. Это ничего страшного. Риэлторы привыкли работать с таким контингентом. Те, кто за гранью или на грани, это все наши люди. Молодой человек, идите. Да я знаю, знаю куда. Не впервой. Ну как же быть насчет купли-продажи квартиры? Светкины фокус. Чьи? Неважно. Это важно. Потому что пробег моей машины по ложному вызову составил 25 километров. А при цене на бензин... Убьем. Да вы что, дядь? Ну что? Алкашня. Иди отсюда, попрыгунчик. Научные сотрудники, шестидесятники, когда вы передохнете, проклятый... Испарись! Стрись, козел! Ты чего, дурак, сделал? Меня же мама убьет за этот костюм. Ой, дурак. Извините, сколько я должен за ваш ложный пробег? Какой пробег? Интеллигент, ты поганый. Ты чего? Рвать болото. Мужик, ты что, кирпичи воруешь? Нет. О. Мне хозяйка звонила, просила передать, чтобы вы дверь в седьмую, этажом выше, заложили кирпичом. С покраской и штукатуркой. Такая же дверь? Точно такая же. Ну, за 200 зеленых выйдет. Эй, водила, ты куда? К внучке. Принятые решения надо выполнять. Будешь внедряться в квартиру. Не буду я внедряться. Будешь, будешь. Федя, я тебя умоляю, опустись к делу. Мы вторгаемся в чужую жизнь, пойми, это антиконституционно. Мне страшно. Это безнравственно, в конце концов. Опусти. Давай, Каблук, вперед. Внученьки, самый разгар рабочего дня. А если шухер какой, мы выполняем заказ на мойку стекол. Мерзавец ты, Федя. Удачи. Засыпкина, вы продали 7 пачек по 19 книг в каждой, да?
Да. Редкое везение, Николай Тимофеевич. Покупатель купил сначала одну пачку для школьной библиотеки, а через полчаса прибежал и практически все сразу смел. Ну, поздравляю. Спасибо. Да я не вас поздравляю, а покупателя. То есть? Вы хоть понимаете, хорошая моя, что именно вы так удачно продали? Конечно. На этикетках было написано пособие по биологии для старшеклассников. Цена договорная, 5800 по накладной. Все у меня есть. Это так называемое пособие поступило к нам из Финляндии. И наклейки здесь для таможни, чтобы избежать высокого, кошмарного налога на эротику. Полюбуйтесь. Что это? Это тайны китайского секса. Это то, чем наслаждаются сейчас подростки в средней школе, благодаря вашей милости. Это то, что вы презентовали какому-то проходимцу. И стоит это не 5800. Это стоит, черт побери. Боже мой, что я наделала. Бедные школьники. Засыпкина, ты уволена. Навсегда. Идет, вали оттуда. Не могу, Федя. У нее тут пес, злой как собака. И глаза голодные. О, слышишь? Может, мне ее задержать? Кого? Ну, внучку. Задержи. Нет, не держи. У меня на нее вся надежда. О, Господи. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то, то мы вас заждались. А что здесь происходит? Спасите меня, пожалуйста. Фу! Фу! Портос, фу! Фу, Портос! Все тихо, на место! Фу! Фу! На место! Спасибо, а то он меня чуть не съел. А почему вы не на работе? А почему вы меня допрашиваете, как в милиции? Вы-то как сюда попали, сударь? Через окно? Я хотел окна помыть. Слушайте, это уголовный беспредел. Они у вас грязные, поверьте мне. Я верю. Я верю своим глазам. Пока еще верю. И вижу перед собой проходимца и вора. Ну-ка, убирайся отсюда, пока я милицию не позвала. Но здесь же у вас был вход в спальню, а из столовой в кабинет. Большая же квартира была. Большая квартира? Так он рассчитывал на солидный улов, а получил огрызок от большой квартиры. Я не... Наводчики подвели. Слава богу, здесь красть нечего. Большую квартиру. Большую квартиру миллион лет назад перегородили. Вход теперь рядом с подъездом, там сейчас парикмахерская. Так, уматывайте отсюда. Уматывайте. Правильно, правильно, мат бы как примотал. Ну, все, все, все. Исчезаю. Летаем. Какие вы обе злые. Зря старался. Подонок. Извините за беспокойство. До свидания. Клад в парикмахерском салоне. Значит, идем в парикмахерский салон. А с внучкой что? Квартиру перегородили, внучку урезали, а сиська осталась за стеной. Осторожно. Господа, вы куда? Салон закрыт, у нас спецобслуживание. Опять спецобслуживание. За что я боролся? За что я столько крови пролил? Чужой крови. Это дурацкая шутка. Вы не понимаете, я говорю вам, метресса занята, она творит, ее нельзя беспокоить. Сейчас разберемся. Ну, я повторяю вам. Ну, Зара, тебе нельзя. Ну, куда ты прешь? А ну, куда ты прешь? Пусти с дороги, бог рад. Что ты сказал? Федька и Лялин. Степа. Живой. Федька. Здорово! Здорово! Ты что, ты швейцаришь, да? Обижаешь, пост охраняю. Значит, в халуи подался. Бери выше. Телохранители партийного лидера. Нам бы помещение наверху взглянуть, хоть одним глазком. Ну, нельзя, нельзя. Ну, нельзя.
Да. Ни один лидер не клал на алтарь Отечества столько, сколько положил я. Ну-ка, ну-ка, улыбнитесь, босс. Ну, типично наш русский Джимми Картер. Ну, что-то есениновское, конечно, есть. Ну, пока это еще полуфабрикат. Сыпь веснушки. Кофе, пожалуйста. Спасибо. Нахрен тебе эти памятники, Федь. Я тебя знаю, мы с тобой сколько в окопах-то вместе промыкались в мирное время, а баб сколько продегустировали. Ты, Федь, давай, иди ко мне в секьюрити соцпартии. Служба опасная? Нет. Это все боссы мерещатся покушение за каждым углом. Я их не разубеждаю, наоборот, дальше пугаю. Ты кому не нужны, Федь? Да нет, Свет, я ж лучше подальше от политики. Вони много. Сюда ты чего приперся? Да тут, понимаешь, где-то клад спрятан. Клад? Ну да, золото, бриллиант. Здесь? Ну, я не знаю, где точно, но я чувствую. Приду к власти, сделаю вас личным дизайнером, а там уж как пойдет. Договорились. Спокойное лицо. Ну, конопатьте меня, дорогая, конопатьте. Ну, поскольку вы отказались делать пластическую операцию, будем микшировать обрез носа гримом. А не будет ли это... Ну, безусловно, это компромисс. Мы будем надеяться на положительные результаты. И сейчас попробуем одну новинку. Специально для вас. О. Чувствуете? Бодрит, бодрит. Вот, несколько сеансов и 15 лет, как ой, не бывало. Охрана! Где охрана? Тут репортер! Это что за человек? Ой, боже, это не человек, это мой муж, тем более так бывший. Вот чем ты занимаешься? Из дерьма конфетку лепишь. Грубо, грубо. Нет никакого репортера, господа. Очень приятно. Федя, это здесь. Что это, а? Не-не-не, я к ней больше не пойду. Хоть режь, ни шагу больше. Но через салон не пробиться. Все утыкано сигнализацией. Надо через внучку поламываться. Ну будь ты человеком, то прощупай стену. Последний криминальный человек. Его гонят в дверь, он влезает в окно. Его гонят из окна, он опять на пороге. Что вам еще? Я вам сейчас все объясню. Надо ж, какой настырный. А, вас все-таки интересует моя квартира. Страшно интересует. Неприкрытое хамство. Другие, прочитав объявление, хотя бы маскировались под влюбленных с первого взгляда. А ваша беспардонность безгранична. Да не нужна мне ваша квартира. У меня своя есть, свой угол. Остоженка 3, квартира 7. Вот, а о каком, собственно, объявлении идет речь? О брачном. Вы дали брачное объявление? Угу. Зачем? В минуту слабости, когда выйти хотел. От одиночества. Вот теперь они идут беспрерывно. Женихи, кому нужна сиделка, кому повариха? Ой, извините, кому-то сторож на даче. Этому массажистка с сексуальным уклоном. Вы видите? Бррр, жуть какая. Другим просто жить негде. Беженцам. Но их много, а я одна денешенька. Да еще с высшим библиотечным образованием. А я с филологическим. Есть будете? Mm-mm. На борту съешь. Покажите это ваше дурацкое объявление. Да черт с ним, с объявлением. Насмотревшись на соискателя, я замуж-то передумала выходить. Простите. Извините меня. Я подумала о вас черти что. Ой, извините. Я подумала о вас черти что. Так всегда бывает. Еще не успели толком познакомиться, а уже думаем друг о друге черти что. Ну, вы сами первые начали. Ой, извините. Ничего, икайте, икайте. То вот обозвали меня гейшей, то вам подавай большую квартиру. Ну, квартира действительно была большая. Я это точно помню.
Вы, наверное, сюда приходили, когда здесь была коммуналка. И фамилию моего деда от матери знаете. Я поняла. Ничего вы не поняли. А квартиру расселили и перегородили. Кое-как перегородили? Господи, извините, пожалуйста. Почему кое-как? Хорошо, в два кирпича, монастырской кладкой. Вы себе не представляете, кого здесь только не было. От апартаментов ректора института марксистско-ленинской эстетики до явочной резиденции КГБ. На какую мистику тратился жилищный фонд? Спасибо мне, как коренной жительнице, оставили хоть это. Ой, извините, пожалуйста. Я пойду? Что такое? Угу. Да, кстати. Да? А зачем же вы все-таки залезали сюда в мое отсутствие? Помыть окна. Мыть окна — моя тайная страсть. Вы не только домушник, вы еще и лжец. Милый лжец. Кажется, пьеса была такая. Что было уже есть, и чему быть уже было. Экклезиаст. Угу. Вдвоем быть лучше, чем одному. Ибо если упадут, друг друга поднимут. Но горе, если упадет один, и чтобы поднять его, нет другого. Если лежат двое, тепло им. Одному же как согреться? Одному совершенно невозможно. Вы думаете? Я знаю. Господи, Бобик, да тихо ты. Кому? Ты жив? Кто? Ну что ты моргаешь? Ты выяснил или нет? Что? Ну как что? Насчет стены? Что? Здрасте. Я потом объясню. Выяснил или нет? Потом все объясню. Я позвоню Ксении обязательно, сегодня же вечер. Ты мне точно скажешь. Шагай, шагай. Направь микрофон. Ну? Пролом отменяется. Почему? Там стены сам КГБ клал. Толще монастырских. Вот такие. Ну что ж, пойдем другим путем. Ну, як? Класс! Как бегут года, грусть моя со мной всегда. Я тоскую без любви, это беда. Жизнь летит вокруг, я по-прежнему один. Где же ты, далекий друг? Меня найди, ведь без любви я на жизнь ропщу. Позови себя, я отыщу. Жизнь летит вокруг, я по-прежнему одна. В чем, скажи, далекий друг, моя вина? Я тебя найду, одиночеству конец. Отведу я прочь беду от двух сердец. Ведь без любви я на жизнь ропщу. Позови, тебя я отыщу. Если мы вдвоем вместе горе обойдем, ничего не страшно нам, все пополам. Ведь без любви я на жизнь ропщу. Позови, тебя я отыщу. Портос, кажется, нас опять надули. Номер есть, квартиры нету. Да. Ты думаешь, стоит позвонить?
что бы я без тебя делала, Портос? Ой, кто там? Это я, Ксения. Вы собирались позвонить мне, но забыли взять мой номер телефона. А я... Мы с Портосом запомнили адрес. И вот решили нанести ответный визит. Ксения! Подождите минутку! Какой хам! Пойдем отсюда, Портос. Пойдем отсюда. Этот человек помешался на стенах. Это произошло с первого взгляда. Как только я увидел вас. Ксения, я все иду... Виноват. Я и забыл, что заточился. Но чувство не знает преград. Заходите. Ксения. А что случилось? Халтура! Ой! Осторожнее. Извините, я катастрофически теряю зрение. А какой диагноз? Да, миопия высокой степени, помутнение хрусталиков. Прогрессирующий? Угу. Раньше же это было неизлечимо, но теперь пересадка роговицы и замена хрусталика уже не проблема. Откуда вы знаете? Почему-то я знаком с вопросами офтальмологии. Правда, на уровне подсознательных реакций. Ой. А это единственный ваш недостаток? Нет, что вы, у меня куча других. Не растягиваться! Я туповатый и медлительный. Я из тех женщин, у которых всегда сбегает кофе. Ой! Настоящему мужчину второй раз на свидание не приглашают. В таком случае, я не настоящий мужчина. Я тоже должен сделать вам кое-какое предложение. Ой. Признание. Я слушаю вас внимательно. То есть, самое главное, признание. Мле. Я жду. Я готова. Я... Я твой дедушка, Ксения. Кто? Я твой дедушка. Ты не ослышалась. Но это случилось не по моей воле. А как вас, между прочим, зовут, сударь? Меня зовут Юрием Каблуков. Но у меня никогда не было дедушки Юрия Каблукова. Моего дедушку звали Агюстом. Агюстом Дерулена, с вашего позволения. Другой был Семен Петрович. Ну так об Агюсте Дерулене идет же все время речь. Да, все я был Агюстом Деруленом в прошлой жизни, не сейчас. Что? Ну что с вами? Ну подожди, подожди. Я не хочу ждать. И нечего ждать. Мне не нужен дедушка. Мне нужен мужчина. Друг. Как не нужен дедушка? За дедушку обидно. За дедушку обидно. Дедушка. Подлец, а не дедушка. Постыдился бы дедушка. Как же ты мог бросить бабушку? Такие черные дни! Да еще в таком интересном положении! Ну подожди, подожди, Портос! Ну подожди, ну я же Портос, не знал! Портос! То есть дедушка Дерулен не знал, что ты беременна? Он, что, то есть она беременна? Когда пришли чекисты, он убежал. Они такие страшные, я сам видел во сне. Ну все, чекисты страшные. Все прошло. Не только во сне. Все мило, мы снова вместе через столько лет, все. А ну-ка, уйди. Уйди, морда наглая, маньяк. Не тот через. Ты смотри, он вздумал ухаживать.
бабник, не трогай ее! Женщина, заберите вы свою суку! Черри, девочка моя! Отвяжись, скотина! Вы не противный! Не волнуйтесь! Ксения, не волнуйтесь! Я знаю, трамвай там делает круг! Мы сейчас его перехватим! Портос, Портос, ну как мог, как не стыдно. Прекрати приставать к барышням. Пойдем. Извинись, пожалуйста. Распустили кобеля. Спасибо за содействие. Пожалуйста. Ой-ой-ой. Держи, держи. Ой. Потерпи. Почему-то всем, кто со мной рядом, я приношу массу хлопот. Блаженные хлопоты. Я их не боюсь. Покажи колено. Вот. Я боюсь именно своей привычной жизни. Знаешь, как страшно двигаться изо дня в день порожняком, как стареющий товарняк без груза, куда-то в тупик. А тут появился ты. Потерпи немножко. Редкое везение. Встретить человека в городе с миллионом бронированных дверей. Может, она что-нибудь завяжется, вроде романа. Роман продавщицы книг с высшим образованием и бывшего педагога, матерого неудачника. А кто тебе сказал, что ты неудачник? Я знаю, такая судьба. Ну, раз у тебя судьба такая, сними, пожалуйста, брюки. Мой мальчик, иди сюда. Иди сюда, маленький, иди. Садись. Садись, садись. Вот, замечательная собака. Мы с тобой друзья, правда? Нет, не могу, ничего не вижу. Да просто эти брюки, они мне не нужны. Дело не в брюках. Дело в том, что я скоро совершенно ослепну. Ксения, тебе надо делать операцию срочно. Надо. У меня даже направление есть. Только операция стоит столько, сколько мне за всю жизнь заработать. Ксения, да у тебя же уйма денег. Ты не нищий. Знаешь, вот здесь... Вот здесь, за стеной, в кариатите, спрятаны золотые монеты и драгоценности, которые принадлежат мне. То есть не мне, а Агюсту Дерулену. Ну, ты же его прямая наследница. Мучи, мучи. Я уволю твои солдатские спас. Но кэски не ва пазанкор. Моя жатанды де ламур де сапар. Ильби алор. Иль рекоменз а ме парле мюра и мэтре плен. Иль экстирпе ше мон... Pauvre grand-père, le secret des trésors malheureux. Et ceci avec ma participation, quel homme, quel homme! De quoi tu parles, Ксения? И на каком черт возьми языке? Moi, je parle français, en plus des faits évidents. Mais alors, comment ça fait-il que je te comprends? Je te réponds en français, moi aussi, не учил его даже в школе. C'est parce que tu tes enfants découvert, tu es français. Et tu as torturé ce pauvre vieillard de Déroulin pour apprendre quelque chose. Опомнись, а твои мозги сдвинулись вообще на этих женихах. Молчите, сударь. Убейте меня. Или убирайтесь отсюда. Но мои стены останутся моими стенами. Я видела, вы хорошо натренированы в прошибании лбом кирпичей. Но здесь ваш опыт бесполезен. Вот так. Вон отсюда. И ведро твое поганое заберите. А ты туда же. Еще друг называется. Повезло. Памятник мыть не надо, дождь поработал. Да. У нас в снайперской школе удивлялись, почему памятник поставили Пушкину. Попал же Данте. Я тоже удивляюсь. Ну, ладно, шутки шутками, а стену взрывать придется. Да ты что, весь квартал бежит-то. Ну, ничего, обесточим сигнализацию. О, твоя.
пошла. Черт. Дамочка, вы не нас ищете. Вот, мы здесь. Не нас, нет? Вас! Именно вас я ищу. Именно вас я ищу, сударь. А мне ночью. Врывается какой-то техник-смотритель из жилищного управления. Почему-то в пятнистой форме и с кучей страшных причиндалов на ремне. Этот тип рыскал по квартире, пока мы с Портосом не озверели и не прогнали его. Но до сих пор он торчит у моего дома. И я требую... Довольно. Немедленно уберите своего человека. Ксения, у меня нет никакого своего человека. Момент. У этого человека лицо было нормальное? А где вы сейчас в России видели нормальное лицо? Даже я разглядела. У него щека дергается от тика. Это наш человек, Степка. Это я с дуру проболтался про кубышку. Ну ничего, я с ним быстренько разберусь. Совсем обнадел, сволочь. Кажется, вчера я наговорила много лишним. Обычный приступ паранойи у одинокой женщины. Пойдем. Клиника рядом. Психиатрическая. Глазная. Боже, какой у меня мерзкий почерк. Я вас узнала, дама? Я вас. Алло, я не вам, Катанян. Вы мужчина. Минуточку. Судя по всему, традиционная интимная терапия вам не помогла. Доктор, да чего же вы интеллигентная женщина? Да, в первом поколении. А сколько стоит операция? Сама операция и реабилитационный период будут стоить от 2 до 4 тысяч долларов. Простите, пожалуйста. Я говорю, вы что, не видите, что ли? Ослепли, что ли? Я оглох. В зависимости от категории палаты и обслуживания. Да не у, а прейскурант. Разумеется, у нас есть бесплатная форма лечения. Но для льготной категории. Меня интересует именно эта категория. Пожалуйста. Превосходно. Давайте ваш паспорт, я вас поставлю на очередь, да-да? А как долго ждать? Около 5 лет, да? Извините, мы как-нибудь в другой раз. Пожалуйста. Федор куда-то подевался? Подождем, сейчас появится. Подожди.
чего? Кровосмешение. Инцест. Это с пустой увертки. А тебе просто наплевать на меня. Если бы было наплевать, то я бы наоборот. Но есть же неопровержимые факты. Какие могут быть факты, если женщина говорит «да»? Могу же я это самое с собственной внучкой? Ой, все это чушь и выдумки. А как же мой вдруг появившийся французский? Как же мои познания в глазных болезнях? А потом эта бабушкина фотография, клад за стеной. Господи, да пропади пропадом этот клад. Когда мы с матерью так бедствовали, где ты был со своим кладом? Ну, чисто физически, Юка Блуков никакого отношения не имеет к этому кладу. Это все твое. Значит, чисто физически, в качестве Юка Блукова, у меня с тобой нет никаких родственных связей. Ни малейших. Очень хорошо. Ксения, я запутался. А может, вообще не было этого клада? Очень хорошо. А если он был? И еще лучше. А вдруг он был, а потом исчез? Ой, хватит! Я больше не могу! Да проломи ты эту долбанную, пардон, стену сейчас же! Ой. Чем проломить? Головой. Это у тебя получается очень хорошо. Нет, здесь нужен профессионал. А где Федя? Машина на месте. А Феди как не было, так и нет. Значит, не скажешь. Да выдумал я, Степ, про сокровища. Ну ладно. Я же тебя, Федь, знаю. Ты ведь ничего выдумать не можешь, даже велосипеда. Что уж там о сокровищах говорить. Я, Федь, пойду. Немного пресс-конференцию поохраняю. А ты пока отдохни. Отдохни и подумай. Здрасте. Здравствуй. Это мы. Угу. Значит, ты уже не один. Я уже вдвоем. Он что, делает успехи? Еще какие успехи? Ксения, моя первая жена. Очень приятно. Ксения. Светлана. Да. Неплохая была квартирка у нас. У кого это у нас? Что-то я ничего не понимаю. Объясняю. Сейчас ты все поймешь. Я тебе отдаю свою берлогу навсегда. А ты мне свой кабинет на один вечер. Девушка, вы там поосторожнее с щипчиками-то. Они очень ценные. Эти-то? Я бы не сказала. Вот и молчите. А не надо затыкать мне рот. Фу. Я в некотором роде у себя дома. А мы с вами, как оказывается, родственники. В каком же смысле? А в прямом. Если ваш муж бывший, садись, дорогой. Доводится мне дедушка, то я бабушка. Точно бабушка. Чья бабушка? Я. Если вдуматься, своя собственная бабушка. Просто дедушка внезапно полюбил бабушку, а она его. А вы про какие-то щипчики? Шампанского бы предложила, внученька. Что она несет?
Ну, я же тебе рассказывал про сон. О драгоценностях? Ну, конечно же. Клад здесь. Щекотно. Твой кабинет был частью моей квартиры во сне. И нам надо достать клад. Так, а если вы клад не найдете, а разгром учините? В любом случае, моя квартира твоя. Юрий ездил преклонить голову. И с кем? Наглая какая. Светочка, не волнуйся, будет работать профессионал, мой напарник Федя, ты его вчера видела. Я его и сегодня видела утром, прямо у дверей своего салона. Такая драка была, ужас. Дождик шел, он подъехал, на него сразу трое как набросились, тех проскидал сначала. Потом все равно скрутили. Кто? Эсэсовцы. Кто-кто? Парни из социал-социалистической партии. Скрутили, в машину бросили и увезли. Наверное, в штаб-квартиру свою. А сколько сейчас стоит такси? Понятия не имею. Я голосую, да? А, у тебя деньги есть? Черт, нет. А вот же стоит Мерседес. Одну минуту, секунду. Спасибо. Я знаю, как проехать. Ой. Это недалеко. Вот. Но я водить не умею. У нас в школе было автодело. Попробую вспомнить. Возьми там в сумке бинокль, будешь подносить мне к очкам. Так, интересно, где здесь тормоз? Друзья мои, ну поверьте вы мне, если мы сегодня же не повернем колесо нашей государственности в принципиально противоположную сторону, нас всех ожидает полный апокалипсис. В конце концов, мы русские или не русские? Пора стать хозяевами в собственном доме. Тормози, тормози, красный свет. Да я вижу, что красный. Я слепая, но не дальтоник. Ты едешь по тротуару. Да я знаю. Так лучше, здесь нет машин. Ага, логично. Отдай бинокль, он тебе мешает. Да я же не вижу ничего. Руки на руль поставь, руки на руль. Так. Поставь. Поставь же. Этот милиционер нам свистит. Главное не останавливаться. Не волнуйся, этого я не умею. Американский поп. Сколько можно ходить в дешевом индусском белье? Сколько можно трепаться по бракованным тайваньским телефонам и есть китайскую лапшу? У нас что, своей лапши мало? Я вас спрашиваю. И я отвечаю. У нас и своей отечественной российской лапши навалом. Осторожно. Впереди перекресток. Не отвлекай меня, я за рулем. А где перекресток? Уже не важно, проехали. Да, теперь направо. Ну куда ты, направо? Где правая рука? Да ты лучше бинокль держи, дурали, я же не вижу ничего. Стоп! Стоп! Куда ты едешь? Пора, пора, друзья, убраться у себя в избе. Пора положить этому всему конец. Я этот конец, друзья, положу. Папаша! Пожалуйста, бегите быстрее, я не знаю, как...
теперь, друзья, я с удовольствием отвечу на... Ветка, ты! Объясните, что это значит? Куда? А вот и наш сюрприз. Это провокация. Это не провокация. Это наглядная агитация. Посмотрите, этот стол символизирует, так сказать, нашу бюрократическо-чиновничью систему. А сам прикованный мужик, это вот наш безмолвный, так сказать, бездыханный народ, мученик. Все, приехали. Тормози. Да? Тормози! Сам тормози, я же не знаю, где тормоз. Фу, приехали. Ну, Ксения, ты мировой шофер. А ты волновался. Все мужчины такие паникеры. Пошли. Гражданочка, ну кто ж так едет? Извините, я вас не заметил. Слушай. Я вообще плохо вижу. Ну-ка, выйди, Федя. Выйди-ка, сама не шути. Федя, ну, мы здесь. Куда ты ушел? Убью, рандутант. Я тебя сейчас... Ты у меня как... Теперь стол. Никому не двигаться. Стоять! Всем развяжите меня! Господа, это пьяные артисты из группы поддержки. А ну, поберегись! Федя! Федя, не надо! Надо! Федя, надо! Привет от народа мученика. Крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится над головой. Крутится, вертится. А ведь Роза меня предупреждала. Ну что, начнем? Мне страшно. И мне. Ну ладно, каблук, давай. Нажимай на пупок. Давай. Не пуха. Не работает? В 17-м году работала. Так, спокойно. Придется прибегнуть к силе. Извините. Говори, какая? Какая? Левая. У нее. Все, дальше я не полезу. Значит, это был не сон. Прошу, ты хозяйка. Я не могу. А вдруг там змея? Так что-то есть. Реквизированных ценностей обращаться в комнату 27 чрезвычайной комиссии, что на Лубянке. Вернем. С коммунистическим приветом, Минжинский.
партийная касса пуста, я с вами. Там может быть опасно. Останьтесь, шеф, нам нужно сохранить ваше дорогое лицо. Да. Но ведь клад-то все равно был. И теперь я знаю, что другая жизнь существует. И ее я проживу иначе. Верно. Совершенно верно. И я теперь ничего не боюсь. Ни революции, ни измены, ни старости, ни одиночества. Потому что мы бесконечны. Юрочка, милый мой, а ведь если тебе этот дом так дорог, ты же можешь в салоне поработать. Чего это ты? Я, Юр, сейчас добро излучаю. А кем поработать? Давай водителем. А, нет, водить ты не умеешь. Телохранителем. А Толик? Вакантное место. А? Нет, это не по моей части. Ну, давай швейцаром. Нет, я мастью в швейцара не вышел. Разве что Федя. Федя и водитель, и швейцар. А уж какой телохранитель. Да? А что? Очень может быть. А что? Можно и поработать. Тебе плохо? Что с тобой? Ксения! 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 Ну, надо же, этого только еще не хватало. Что с тобой? Надо врача. Вода внизу в холодильнике. Слушай, каблук, она у тебя какая-то припадочная. Замолчи. Ну, что с тобой, Ксения? Куда путь держим, коллеги? Я требую медицинской помощи! Сейчас ты ее получишь! Отдохните, ребят. О, нет, с таким трудом купленное лицо надо беречь. Открой! Шеф! 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 Вы куда, шеф? Шеф! 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 Воды не нашел. Нашел только это. Водка еще лучше. А что там за шум был? Да пришлось малость пошвейцарить. Так, давай выпьем водочки. Давай, давай. Нужно. Надо быть сильной, давай, чтобы справиться с этим чудовищем Каблуковым. Давай, я на тебя надеюсь. Глотай. Что, не пошло? Зря надеетесь. Я оказался ужасно меркантильный. Я сожалею о потерянном богатстве. О, Боже, какой стыд! Можете еще выпить? Да ладно, головой ударилась. Посмотри сюда. Надо врача. Не надо врача, я знаю, что у нее сотрясение мозга. Симптомы лишь. Да, смотрите, еще раз повторяю. Ну-ка, еще раз на пульс посмотри. Да. О, тихо, Портос. Да. Пульс симптом не прощупывается. Да нет, при чем здесь пульс? Легкая контузия называется. У меня было такое летом. Я поехала в Ялту этим летом. Да. Поехала и там... Тоже, в общем, неважно, и сотрясение получилось. Так у меня сотрясение было, у меня прикладом по голове жара. Так, что при сотрясении делается? Лежать в комнате, а мне помог стакан спирта. Как же я мог забыть?
раньше я мог забыть. Мне мама говорила об этом браслете. Этот браслет приносит счастье в трудную минуту. И тянет тысяч так. Я, пожалуй, готова купить этот браслетик. Митенька, сынок, а откуда у тебя пистолет? Сынок, дай мне это. Не подходи, пап. Митенька, отдай сейчас же оружие. Не надо, мам. Нормальная игрушка, как раз для моего возраста. Ну, распустили пацана. Им же заниматься надо. А не поздно? Ну, что значит поздно в этой-то бесконечности? Ой. Я браслет забыла. Фу, и в своем репертуаре. Артур, пойдем. Зеркало. Почему нельзя? Да, я забыла. Проходить сквозь стены твой конек. Но это же наш дом. Наш дом. Дом. Давай попробуем, а? Чем черт не шутит? Давай. Рискнем. Ведь я никогда не была в Зазеркалье. И я. Уже пора? Спасибо, Портос. Сейчас пойдем навестим хозяйку. Мальчик мой замечательный. Молодец. Ну уж сегодня-то, Юра, мог бы и воздержаться. Федор, это ты мог бы воздержаться. Ну ладно, подожди, сейчас вытащу. Ну и все. Умница, умница, как я по тебе соскучилась, Портосик.
дорогой ты мой. Ой, умница моя, как ты похудел, Портос, миленький мой. Как же я тебя давно не видела. Здравствуйте. Вот, поздравляю вас с успешной операцией. А где Юра? Юра? Юра жив. Только он немножко того... Что немножко? Ну, немножко упал, с кем не бывает. Но всего-то с 4-го этажа. Но ничего страшного, ничего страшного. Ну, что там, ноги, руки поломаны, тазобедренная кость треснула. Но чуть-чуть. Шейный позвонок немножечко сместился. Могло быть гораздо хуже. Блин. Поехали. А я вас дома узнала. А я вот тут кручусь, верчусь. Жизнь заставляет. Несу на себе крест красный. А Башка Буков сбежал. Ну не надо лапшу на уши вешать. Каблуков не только бегать, ходить-то не может. Да он угнал инвалидную коляску, казенную. Оставил на тумбочке вот это. Господи, ничего не вижу. Да вы снимите очки, дама, вы же прооперированы. Да, извините. Ксения, мои мозги сотрясены. Шея не крутится. Кости не срастаются. Одним словом, мрак. Я ухожу из твоей жизни. Пожалуйста. Не ищи меня. Не ищи меня. Это бессмысленно. Прости и прощай. Твой дедушка Агюст. Агюст Каблуков. Господи. Где же теперь его искать? Что? Собака? На отделении? Вон! Немедленно вон! Вон, сказал! Вон! Он взял след! Не может быть! След, Портос! Портос, след! След, Портос! Портос! Портос, миленький, давай, на тебя вся надежда. Давай, хороший, умный, хороший мальчик, Портос. Ищи, след, Портос. Ошиблись, женщина. Господи, Юра, остановись. Я же сказал, вы ошиблись. Юрочка, родной, прекрати валять дурака. Я прочла твое письмо. Я люблю тебя, Юра. Ну и глупо. Я калека. Я урод. Ты прекрасен, Юра. Да уж, дальше некуда. Мало того, что у меня одна нога короче другой на 5 сантиметров. Ну и что? У меня еще и голова. Что голова? После этих сотрясений я вообще могу стать эпилептиком. Ой. Или даже психом. Зачем тебе? Ну, предположим, психом ты был всегда, Юра. Но любая женщина может лишь мечтать о подобном психе. Юра, ты сводишь меня с ума, Юра. Ну, прекрати. Я не могу прекратить, Юра. Во-первых, у нашего ребенка должен быть отец. А во-вторых... Посмотри на меня, Юра! Ну, посмотри на меня, Юра! Обернись! Я не могу. Мне мешает гипс.
Я очень прошу тебя, Юра. Я прошу тебя, Юрочка. А теперь подойди ко мне. Подойди ко мне, Юрочка. Не могу. Меня ноги не слушаются. А ты попробуй. Попробуй, Юра. Молодец. А теперь обними меня. Я тебя обожаю. Я первая сказала. Нет, я первая сказала. Хорошо. Значит, мы вместе друг друга обожаем. Эй, привет, дуралей! Можно я приглашу тебя на танец? Ты нашел для этого замечательное место. Я нашел для этого замечательный партнерши. Когда нас любовь умеет беспредельно ждать, когда нас любовь не может грешной быть, когда она любовь ее немыслимо забыть, когда она любовь, 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 когда она любовь, любовь способна жизнь отдать. Когда она любовь, она спасение, благодать. Когда она любовь полна безмерной доброты. Когда она любовь, она естественно, как